Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра American Truck Simulator. Добро пожаловать. У нас 314 тысяч долларов. Да, мне надо проехаться. Ты в прошлый раз забыл поремонтироваться. Ближайший ремонт у нас. Там и заправка, и там тоже заправка. Штак-штак, давай сюда. Хорошей работы. На этих грузовиках не получается резко поворачивать. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Красный, да. Двигайтесь прямо. Стой. Сейчас надо будет стартовать. Погнали. Держитесь левее. Холмс Авеню. Блин, не успел. Двигайтесь прямо. Да, и заправиться надо, и поспать, в общем. 4 утра. Сейчас пока доедем, тут куча перекрестков. Прикольно, еще и поезд. Зашибись. Первый раз вижу, что вот так вот поезд проезжал по перекрестку. Вы издеваетесь, да? Вообще, блин. Вот, пожалуйста. Я такое впервые вижу. Зеленый горит, да. Ну, поезд едет, типа. Блин. Это так нечестно. Сейчас только поедем, блин, нам опять надо будет это. Как так? Это прикол какой-то. Да, уж в 4 утра там.
Ну все, поехали. Еще не поехали. Теперь мы. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Простите. Мы прибыли, конец пути. Ты прикалываешься с такой заправкой. Заправляйся. Ремонт где-то там. Вот здесь вот. Тюнинг. Я просто не знаю, новая эта машина у меня. Да, новая. Триста галлонов. Дай кап, чтобы установить его. Дай кап нужно демонтировать. Выполните монтаж. Там. Шайся. Тут этот. Понятно, у нас этот 34 000. Шасси. Движок. Сейчас 370. 605. Ставим. И трансмиссия. Не очень, да. Вот это вот. Теперь внутри. Какой? 22 000. Покраска. И бомбасы. Урядник. Шутка радиатора.
Да не, пускай этажей стоит. Фары. Угу. Перед ним брызговики. Серьезно? Ну давайте. Перед ним брызговики вот эти вот. Диск. Shadow White. Сейчас полностью флажок. Вернее, зеркало. Да. Что с той стороны? Водителя. Сена будет. Вадим, а там сено, прикольно, да. Так, козырек. Там, чего это? Боковой обтекатель. Угу. Проблесковый маячок. Поставим. Программе мы его профитушировали 130 на 1000 уже. Вот, да. Флажки нет. Да.
Да, в общем, а тут еще можно, да? Поисковики. Щита кабины. Прикольно. Выхлопная система. Сад кабины. Сзади кабины. Ну, вроде бы как бы все мы забацали. Теперь внутрянку. Стекла. Основные зеркала. Творческий холодильник.
аксессуаром. Сумка для рыбалки, гитара. Ну, вроде бы как бы и все. Предметы. Зеркало. Все, в общем-то, хватит оплатить. 159 тысяч мы за это все заплатили. Вообще, блин, ух, хайдохали. Не узнать, да, грузовик. Теперь поспать надо. Сюда. Спать. Так, просыпаемся. Ничего себе, 184 тысячи у нас осталось. Так. Берем груз. Прямые перевозки. Мы сейчас в Айдахо Фоллс. И едем мы в Салмон. Но мы в Салмон не заезжаем. Пейдж. Холбрук. Были. Салмон. Нет. Автопогрузчики. В Лос-Анджелес. Это у нас Покателло. Но тоже не заезжаем. Астория. Бывали. Пустые палеты. Во. Ну это аж столько прицепов. Ничего себе. И быстро надо довести. Срочный заказ. 22 часов. 10 часов 545 миль. Лекью. Lakeview. Господи. Пустые палеты. А в четверг. Четверг, сейчас среда. 2:36. То есть сутки. По идее, мы должны успеть. Давай, берем. Все готово. Приятной поездки. Заправлены. Такс. Поиск нового маршрута. Ищу новый маршрут. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Зеркал, конечно, не видно из-за этого. Сюда присобачил. Ну ладно. Двигайтесь прямо.
Да, двигаемся ж. Красавчик. Громадный красавчик. Вот полицейский. State Police. Полиция стата. Давайте, давайте. Времени так мало, могу не успеть же. Держитесь левее. Внимание, следите за скоростью. Amazing Bronco G-V-Neck. На следующем перекрестке. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Вот и прибыли мы. Приехали. Конец пути. За этими поддонами. Начинаем движение. Вон они столбочатся. Ты прикалываешься. Может, блин, садить, блин, двери. Приятной поездки. Наконец-то. Сколько? Три аж? Ничего себе. Сам еще длиннющий, плюс еще эти три паровозика. Это жесть. Поверните налево. Вроде никого.
Ну, погнали. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Поехали. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Вовремя остановился. Приготовьтесь к повороту направо. Это жесть. Поверните таким направо. Прицепом. Это я не могу повернуть, а ты, блин, на своей легковушке можешь спокойно заворачивать. Вообще, блин, капец полный. Движок мы мощно поставили, посмотрим, насколько он сможет разгоняться. Конечно, такое паровозище. Впервые еду таким паровозом. Три прицепа сразу. Максимум два было. Внимание, следите за скоростью. Конечно, обязательно. Следю аж... Двигайтесь прямо. Не могу. Вообще. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Вроде вписались. Да, погнали. Не очень быстро надо ехать. По идее, кажется, не так уж у нас и тяжелый. 53 тысячи фунтов. Это 26 тонн. 26 тонн, ну, дофига. В общем. Ну, погнали. В общем, 26 тонн. Это, конечно, еще те сказки. Где-то Мазая. Ну, по американским трассам удобнее ездить. Там главное, чтобы узенькие улочки нам не попадались. А так по трассе все будет хорошо. Вот. Да,
Давай, гони, 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 ять. Так, чья-то машина там сдохла. Держитесь правее, затем съезд справа. Вы серьезно? Я съезд только разогнался. Справа. Да, никак не могу разогнаться больше. Пока что 65 максимум. Ну, 66 точнее. Там 70 превысили. Внимание, следите за скоростью. Да, конечно, следим, аж не могу. Внимание, следите за скоростью. Перестраивайся, будем обгонять этих мелкоидущих. Внимание, следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью. По идее, у меня преимущественно больше скорость. Простите. Это невозможно в пустыне ездить. Внимание, следите за скоростью. Миля. Внимание, следите за скоростью. Алло, ты куда? Это вообще нормально. Съезжай на свою полосу. Внимание, следите за скоростью. Ты устроил. Ну, отлично. Правильно, пропускай. Я поехал дальше.
бойс. Внимание, следите за скоростью. Точнее, бойся. Эта легковушка не уезжает. Придется ее так обгонять. Игл... Внимание, следите за скоростью. Маккейл. Игл и Маккейл. Что за вертолет? Внимание, следите за скоростью. Держитесь левее. Левее, да-да. Много машин. Намба. Главное, чтобы не полицейские. Ну вот, впереди, кажется, едет, да. Давай разгоняйся, и будем за ними пристраиваться и потихоньку ехать. Внимание, следите за скоростью. Держись правее, затем съезд справа. Съезд справа. Давай, ты повернешь, ты можешь. Да, это, конечно, поездочка еще та будет стоять. Да ж. Гимнастику надо сделать. А то уже все затекло, блин. Это капец какой-то. Не поездка. Пять миль надо соблюдать. Вот гараж можем купить, кстати. Внимание, следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью.
Внимание, следите за скоростью. Через какой-то райончик жилой. Чуть-чуть поворачивай. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Да уж. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Они так поворачивают, но это лево, направо. Не по той траектории, по которой обычно. Наконец-то, спасибо. Это у нас тут такой паровозище длиннющий. ЖД переезд. Сейчас еще закроются перед носом. Они же любят так делать. Внимание, следите за скоростью. 9000. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. На такую узкую, вы чего, блин? 6. Да нет там никого, какого черта вы мне красный включили? Чё нас сюда вот по этой дороге? Тут же вообще нереально ездить. Семь часов вечера. Скоро темнеть начнет. Нам еще 200 миль чесать. Внимание, следите за скоростью. Держитесь правее. Эти еще грузовики. Ой. Че, заправка? Не, заправка. Ну, прикольная, конечно, заправочка.
вообще нереально обгонять кого-то. Тем более в горку едем, это жесть.
Затем поверните направо. Давай обгоняю, там никого нету. Внимание, следите за скоростью.
уж. Как-то тот грузовик пропал. Я его не вижу. А вот он. Мы его догнали. Тут еще легковушка. Не, это не грузовик, это автобус какой-то. Или грузовик. Внимание, следите за скоростью. Грузовик, но тут еще легковушка. Их обгонять сразу не получится. Ну, то есть, мы можем, но не на такой узкой дороге. Тут ничего не видно и так. Еще кто-то впереди. Внимание, следите за скоростью. Lakeview. Так, повороты вырубай. Lakeview. А, мы уже приехали.
теперь надо вот сюда проехать. Поехали. Погнали. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Неспешным, ну тут мы уже никуда ж не спешим. Правда, ночью. Ночь. Можно тут ускориться. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Вы прибыли. Заправляйся, стоимость 2,57. Ничего себе цены. Это за галлон. В галлоне 3 литра. То есть раздели на 3. Ну так приблизительно. Спать. И опять дождь. Тут тоже дождь. Прикольно. 239 тысяч. А что у нас с этим? С гаражами? Они уже полностью забиты. И мне надо, да. Мне надо новый гараж покупать. Где-то. Надо тогда искать и покупать тогда. Этим мы и займемся. Грузовик мы не купим. Вот. Вот такой вот у нас монстр трек.
Всем спасибо за внимание. До скорого. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Увидимся.